Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, мои дорогие! Собрались к родителям ехать. Неожиданно собрались. Я как раз ей сорочку построчила, там пижамку. Вот, все висит на мне. Ну, приятно. Так, друзья мои, не будем говорить о плохом, о хорошем. Все, поехали мы к родителям в воскресенье. Вчера вечером позвонила сестра и пригласила нас на бюреги. У меня было вчера очень нехорошее состояние. Я плохо себя чувствовала вчера. Не кушала целый день. Была тошнота какая-то непонятная. Позавчера делала кюфте, котлеты. И вот, видно, поела на ночь. Наверное, и поэтому мне было очень тяжело спать, и ночью тошнило, и весь день такое отвращение. Сегодня у меня появилось чувство голода, но я выпила кофе, потому что мне давление сегодня чуть-чуть упало. Померила сахар нормально, все было, все нормально. Ну, 57 килограмм вешу, хотя уже так, в принципе, не на кето такой серьезный, но соблюдаю по возможности, но все кушаю. Позвонила сестра и говорит, приезжайте завтра. Думаю, почему бы нет, устроить себе выходной. Такая погода, солнышко, смотрите. Ну, гром гремит. Не знаю, замерзу ли я или нет вечером. Друзья мои, мы приехали. Посмотрите, какой котик здесь продается. Посмотрите, какой красивый. Какой красивый. Продается. Ашкебак. Али. Ковышу Али. Посмотрите на эти. Красавец. Канарейки. Эти красивые, да? Ряшки, похалыки. Мы, как вы догадались, приехали. Ашкем переживает. Почему? Потому что для птиц еда очень дорого. Хотели взять. Ой, а здесь сколько тапочек, смотрите. Видите? Как их много, разных, какие хотите. Обувь продается. Чок похалыся от юрла, дыль мешки. Где зелени много, дерева. Вот это наш дом. Такой район, видите? Какие улицы, какие дома здесь. Все друг друга знают, наверное, новости, у кого что происходит. Вот такие у нас бюреки сегодня. Вкусные бюрек. Смотрите, какая прелесть. Я жарю. Me and you.
наши молодожены. Я сделала перевязку моей свекрови. Ее скупали сегодня. Так что все, слава Богу. Как мы вкусно покушали буреки. Обалдеть. Вот, видите, там сидят они. Мой телефон звонил мой. Ой, я вчера что не ела. Такие вкусные были буреки. Обалдеть. Спасибо Богу и Вселенной. Вот это осталось что. Сейчас мы тоже со Шкимчиком чаек выпьем. Так удивительно видеть такую погоду в Мерсине. Ведь сейчас начнется такая жарища. Наверное, это последнее мы видим дождь в мае. Потому что, друзья мои, в Мерсине нету летом дождей. Вы понимаете? Можно строить планы на каждый день. Нету дождей и все. И мы сейчас наелись бюреков, еще напекли с собой и возвращаемся домой. Так хорошо, когда родители здесь. Завтра мама пойдет с папой к врачу, к участковому. Ей должны снять швы. Мне так не понравились, как они заживают. Я ее обработала, перекиси не было. И после душа, да, я сказала, обязательно нужно к врачу. Ну, там нужно швы снять у нее сзади, в промежности. И я спросила сестру, насколько это какало приемник. На всю жизнь у нее останется. Печальная новость, но таково. И я сейчас тоже укол ей сделала, и сестра тоже научилась, ей показала, как что делать. В общем, слабость у нее, но она уже сама самостоятельно встает. Потихоньку-потихоньку все будет хорошо. А мы ждем автобуса и едем домой. Так хорошо все равно, что они здесь рядом, и нам есть куда повыходить, погулять. Семья все-таки. Это ценно.